Ты сам знаешь, зачем мы сюда приехали. Да-да. Я мальчику своему уже давно обещал купить. Это последнее. Я вам заверну. Послушайте, вам повезло. Я вам заплачу двойную цену. Я своему сыну обещал. Я бы очень хотел вам помочь, но мой сын сам меня давно просил. Да вы купите вашему парню что-нибудь другое лучше. Эй, послушайте, заверните мне. Ну ладно. Туристы. Эй, простите. Я решил дать вам второй шанс. $200 наличными. Да что с вами такое, мистер? Вы, по-моему, еще не поняли. Мама, это вот сюрприз для сына. Итак, 57,90 детский аспирин от живота, градусник. Да зачем это все? Столько инфекций в это время года. Да, такое время года. Да он здоров. Это не значит, что не надо принимать меры предосторожности. Послушай, когда я был ребенком, ты меня пичкала всем этим, а я всегда был здоров. Поэтому ты и был здоров. Ну, что на это скажешь?